Всем привет, с вами Мико, и я продолжаю проходить Pocket Mirror. И у нас вот сценки с Лизеттой, не знаю, чем это все закончится. Давайте посмотрим, что же нас ждет дальше. В какой-то странной комнате мы, где аж FPS просел немного, но может оно так и нужно. Нужно ее найти. О. Ой. Вот она, да, будто. А как мне с зеркальцем-то поговорить? Или мы ее там особо и не увидим? На. Эй! Ну, игре прям тяжело, у меня здесь до 19 FPS сейчас просело. Окей. Но мы в этой комнате были раньше, помните, по-моему, да, убегали уже от нее. Тропинка какая-то. Ой. Ее вина. Это все ее вина. Кто виноват? Лизетта. Лизетта. Нет, неправда. Неправда, Лизетта. Врунья. Это Лизетта виновата. Флета ничего плохого не сделала. Мама ничего плохого не сделала. Это все Лизетта. Это все из-за Лизетты. Это потому что Лизетта плохая девочка. Нет. А? Мама ничего плохого не сделала. Это все по вине Лизетты. Лизетта, не слушай их. Лизетта. Ты отсюда никогда не выберешься. Лизетта тебе не позволит. Ты отсюда никогда не выберешься. Лизетта тебе не позволит. Окей. А если зеркальце нельзя применить? Ладно. Ну, допустим. Сейчас что-нибудь придумаем. Ой, тут кто-то пробежал. Тут только отражения нет. Пройти или не проходить? Ну, давайте попробуем. У нас как-то особых вариантов-то нет. Да? Так, если еще искать, где нет отражения. Нас это утянет на очень долго, я вам так скажу. Отражения нет. А я, кстати, не знаю, проходить или нет. Есть еще одно какое-нибудь зеркало, ну, допустим, не с красными свечками, а с синими. Какое-нибудь подобродушнее, не? Оно почему-то недобрым кажется. Ой-ой-ой. Опять их там куча. Наспаунилось. Да что ж такое. Все, пропали.
принесу. Ух ты. Сломать зеркальце. Только так можно выбраться. Нет, это не так. Лизетта должна расколоть душу, что внутри. Лизетта. Ну, я не сильно им верю. Все-таки надо пройти через то зеркальце. Сорян. Если слышали вибрацию, это рабочие чаты, как всегда. Не, ну давайте попробуем. Не знаю, куда оно ведет. Ну так чего ты не идешь? А она через него не проходит. Отражения нет, и все. Класс. Что-то надо сделать. А, я и обратно могу проходить. Так это не все. Тут можно еще и влево. А, нет, влево. И вправо не могу, так вверх. Да ё-моё. Прикиньте, как лоханулась. Ну, сложно на самом деле, когда вот сейчас я вот видела 16 FPS, например. И это немножко больно. Даже в этой игре. Но куча отражений, видимо, того стоило. Ой. Идет за мной. Я попробую в ту сторону пойти. Побегать от нее немного. Ой, что-то там лежало. Тут и я порезанная. Так. Надеюсь, никого здесь нет. Больше. Я же... А! Где я? Кодич! Ну, ой! Но от них хотя бы вроде убегать можно. А где что-то валялось на полу? Я не могу найти. Здесь опять? Я в тупик зашла. Блин, она здесь стояла. Направо? Не хочу туда идти. Не, ну у меня много вариантов будто. Куда мне идти? Нельзя здесь оставаться, ё-моё, там меня прибивают. Жестоко-то как. Вот. Ржавые ножницы. Ой. О, побежали.
Все, не идет. Ну, я предлагаю здесь прям сохраниться, на самом деле. Вот. Видимо, в этом была загвоздка всего этого ивента с... А я сразу не заметила. Ничего нового не написано. Не, ну хотя бы в этом моменте мы уже более-менее знаем, что делать. Там, получается, веревку, что ли, надо отрезать у той Лизет, которая висит. Спасти ее? Или как, или что? Здесь мы уже всякие разные скримеры посмотрели, да. Сейчас добежим быстренько. Хотя, может быть, и по тропинке надо пройти сначала. Уже с ножницами, может быть, мы на что-то будем способны. Сорян, ребят, что такое FPS, ну, серьезно, я... Я не виновата в том, что игра себя так решила вести. Вот с ней бы поговорить, да. Вот, может, можно применить ножницы? А, нет, на ней нельзя. Хорошо, тогда идем дальше. С этой, возможно, надо было просто поговорить. Хотя, может, и еще какая-то загадка с ней есть. Не знаю. Меня пока напрягает только что то, что, видимо, придется еще дальше убегать от Лизет. Но она не то чтобы очень по-доброму себя ведет по отношению к нам. Как вы понимаете. Ну ладно, хоть нашла, что делать. Ножницы? Ой, да. Лол, мы ими просто побили. А можно было свечку взять, кинуть, я не знаю. Ногой выбить они у тебя в резиновых сапожках, во всяком случае. Не так страшно хотя бы. Ух. Ну-ка. Ой, бедняжка. Лизетта. Наконец-то я тебя нашла. Ты Лизетта, да? Не устала еще врать самой себе? Что? Чего ты хочешь всем этим добиться? Что тебе еще от меня нужно? Сейчас-то? Лизетта, я не это хотела. Тогда что? Ты всегда говоришь нет. Всегда говоришь, что ты не специально. Тогда что? А то письмо тоже читала не специально. О каком письме именно речь, интересно? Каком из? Ну, в этом вся ты. Ой, там что-то кровью, видите, зачеркнуто. Ты просто жалкая лицемерка. Ну все, ни слова больше. Прячься, как и подобает трусихе. Ты жалко. Ой. Или жалко. Короче, жалкая. Вот, зачем ты проделала весь этот путь сюда? Ну, отвечай. Опять зачеркнуто имя. Вот почему ты стояла и смотрела, как Харп раскалывается на части. И Флета. Лизетта, прошу. И меня такая же участь ждет. Нет, Лизетта. А эта твоя ангелица вытащит тебя отсюда? Или ее ты тоже бросишь? Или сгонишь ее в темные глубины? Вытрешь у нее ноги, притворишься, что ее нет, а сама... Будешь играть в дочке-матери с Флетой?
изобразишь благородную воительницу, как Харпа. А потом вернешься с этим мерзким невинным взглядом. Лизетта, прошу. Просишь? Что ты просишь? Не произносить вслух правды? Притворяться, что ты чем-то лучше гнусной матери? Нет, Лизетта, пожалуйста. Ты совсем как Элиза. Лизетта. Мое имя ты тоже променяешь на шанс счастья. Я же просто коза отпущения. Овечка на заклание и игрушка для этого демона. Нет. Хватит отрицать. Посмотри, что ты сделала со мной. Лизетта, прошу, давай поговорим. Да как ты посмела? Как ты посмела изгнать меня? Ой-ой-ой. Как ты посмела оставить меня здесь гнить? Лизетта, прошу, перестань. Как ты посмела? Зачеркнутое имя. Боже. Как ты посмела использовать меня? Как ты посмела запереть меня в таком месте? Ты посмела взвалить всю вину на меня? Как ты посмела? Блин. Я что-то не так сделала. Ух, ё. Как все херово кончилось. С Флетой было нормально. С Харпой было нормально. А с ней... Лизетта? Лизетта? Что я наделала? Ё-моё. Слушайте, что-то это прям херово все. Очень херово. Очень, очень херово. У меня аж это... Мурашки по рукам пошли. Как-то прям... Неприятно от того, что все так кончилось. Грустно. При этом мне не оставила она, получается, как это называется? Вот эти вот штучки. Вот, вот, вот это вот. Штуки эти. С именем. То есть я не смогу собрать свое имя? Это плохой вариант концовки? Или что? Или сейчас будет? Дежавю. Да ё-моё, как всегда, видимо, все испортила. А чё все так спокойно сейчас и радужно? Может быть, сейчас все будет хорошо? Нет? Ну, слушайте, она говорила, что свою вот эту вот ангела, да, или как она назвала, видимо, Angel, имеется в виду Angel. В общем, видимо, она сказала, что я ее изгоню, но получается, что я Элизетту изгнала. Они примирились. То есть у меня... Я сейчас просто предполагаю. Возможно, у меня плохая концовка именно с конкретным персонажем. То есть все могло пойти по-другому. Ну, блин, я играю в первый раз. Без гайдов. Ну, вот. Как бы единственное за это время, что я посмотрела, это, в принципе, о том, что здесь, ну, типа, одна-две концовка, или их там больше и так далее. Их как бы больше. Вот. А как именно проходить? Ну... Это уже секрет для меня, поэтому, видимо, что-то такое тут есть. В углу покоится блестящий подсвечник в ожидании заката. Это Квинаберекки. Короче, у меня нет буквы имени. Вот.
Я даже не знаю, у меня, конечно, куча сохранений. Но здесь вариантов ответа ей было не так много. Во-первых, здесь было... Что тут было? Она меня спрашивала, хочешь ли ты мне помочь? Я ответила, да. И, по-моему, еще в один из прошлых разов она меня спрашивала, откуда я знаю ее имя. Я, по-моему, ответила, что Харпа мне сказала. Может быть, здесь была критичная точка. В общем, давайте так. Я пока прохожу так, как есть. Я не буду переигрывать, потому что мне в любом случае интересно последствия своих действий, да, неосознанных каких-то посмотреть. Ну, а там посмотрим. Посмотрим, что будет. Оголенные чувства, 1759 год. На картине изображена девушка в чистейшем одеянии, которая сидит у реки и плачет. А, окей. Знаете что? Наверное, я именно пока здесь остановлюсь. Выпуск не сильно длинный, я понимаю, но логически как бы у нас, наверное, из этой все закончилось. К сожалению. А может быть и нет. Но картинку нам красивую не показали на кровати. И что будет дальше, я не знаю. Поэтому давайте пока что здесь остановимся. Подписывайтесь, ставьте лайки, если вам понравилось. Не пинайте меня, пожалуйста, очень сильно в комментариях насчет того, какой я плохой человек и поступила неправильно. Потому что... Не все выборы далеко в этой игре очевидны. Я бы сказала, что большая их часть вообще ни хрена не понятно, что нам даст в итоге. И иногда даже контекстуально непонятно, как ты сейчас ответишь человеку положительно или отрицательно, и что может его обидеть. Так что как-то так. В общем, до встречи в следующем видео. Жду комментариев. Всем пока-пока.